Таланты летних вечеров – так называлась заключительная встреча жителей с полюбившимися творческими коллективами «Красного луча». Со сцены традиционно звучали песни, шутки. Юные артисты радовали зрителей ритмичными танцами, постановками. Вчера был спасен, и теперь почти свободен, и готовы на все. Так давай будем жить, вопреки и на зло. Ты не сразу, но заметишь, что тебе со мной повезло. Присутствующие гости имели возможность также проявить и свои таланты. Организаторы считают, что благодаря проекту «Летние вечера» жители разных возрастов находят увлечение по душе, будь то концертно-развлекательная программа, конкурс семейного творчества, викторина или фестиваль красок. По данным Управления культуры, молодежи, спорта, туризма и религии, всего в рамках проекта «Летний вечер 2019» было проведено более 20 мероприятий, общее количество участников которых превысило 5000 человек. Новости телеканала «Луч».